Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о политике и власти. И сегодня я хотел бы в связи с ответственностью и властью сделать два очень важных утверждения и впоследствии немного их раскрыть. Итак, человек должен брать на себя ответственность, а Бог наделяет властью. Мы с вами говорили, что власть и ответственность – это две стороны одной медали. Итак, человек берет ответственность, а Бог наделяет властью. Если вы не берете на себя ответственность за то или иное дело, если вы не берете на себя ответственность, ну, за те или иные группы людей, или, может быть, какие-то территории, или какие-то сферы жизни, то вы никогда не получите власти от Бога. В противном случае, вы никогда не получите власти от Бога. Если вы хотите иметь власть, если вы хотите обладать этой властью, вы должны четко понимать, что власть является инструментом исполнения вашей ответственности, а не самоцелью. Итак, человек берет на себя ответственность, Бог наделяет его властью.